Всем привет, друзья! С вами Светлана. И сегодня у нас, видите, прошел утром небольшой дождик. Ну а я знаете, кому иду? Я иду к нашей Вике дорогой, Вике золотой, потому что наконец-то мы с ней увидимся. Ну какова же все-таки красота. И вы тоже ее видите. Я издалека вижу свою золотую Вику. Смотрите, какая красота. Мне Вика сделала натуральный кофе, заварила в турке. Такие вот вкусняшки. В общем, мы сейчас будем с ней делать примерку. Так, ребят, всем привет. Такие платьишки есть от 40 размера до 48. Есть еще большие размеры, расцветки различные, белые. Голубой, алый есть, желтые. Ну, короче, много расцветков. Свет, как тебе платье? Платье огонь. Я уже Вике рассказывала, что у меня есть такое кремовое. Пойдет, наверное, на все случаи жизни. Я себя чувствую принцессой. Она меня всегда делает какой-то такой женственный, какой-то утонченный, нежный. Я прям чувствую себя как... Ну, действительно, как принцесса. Напишите в комментариях, что не правда же. И смотри, у Вики еще есть обувь. Да. Теперь у Вики есть обувь, то есть ты реально чувствуешь, что ты в настоящем шоу-руме приходишь, и у тебя и платье, и туфли, и всевозможные джинсы, брюки, футболки, топы, майки, ну, в общем, полный фарш. Выйдем на этот, на свет. Так, ребят, вот еще платье, фабричный товар. Света, озвучь, как тебе? Оно просто шикарное, это настоящая богиня в этом платье, вы будете блистать, мне кажется. У меня не идеальная фигура, но я в нем чувствую себя действительно богиней, потому что оно говорит само за себя. Ребят, если что, для пухленьких помпушечек тоже есть платья различные. Можете. Свет, ты не против, если я покажу платье, какие есть? Конечно, смотрите. Конечно. Ну, надо одевать, чтобы видно было вся красота. Расцветки присутствуют. Вот такие есть размеры большие, такие есть, расцветки есть, такие есть. Ну, в общем, много чего есть. А вот это вот настоящий летний вариант вот для отдыха, если вы приехали, хотите эффектно прогуляться по набережной, куда-то сходить, чтобы не жарко было, вот это вообще идеально, вот это пляжный вариант. А покажи, как его можно носить. Да, его же можно, получается, лямочки поднимаются, можно и по диагонали как-то вот носить, можно и два плечика, то есть ну, хорошо трансформируется в разные варианты. Красота. Да вообще, да. Ребят, еще у нас есть вот такие вот рубашечки для пляжа разных, различных расцветок, очень много. Ну вот. Это я мерила. Это, ага. О, давай такой костюмчик померишь. Давайте. Шикарно. У нее не только платье, у нее есть еще вот такой вот брючный костюм, который выглядит как платье. Тоже хорошо сидит по фигуре, тоже вязкий, но вот он брючный. А ручки в карман? О, вообще бомба. Класс. Пойдем дальше? Да. Смотри. И только же платье, я же говорю, что есть и джинсы, и топики. Класс, вообще. Вот это уже повседневный нормальный вариант для просто обычных прогулок. Это я уже, конечно, в своем коротком топике. Но очень, кстати, тоже практичный вариант. Я к тому, что очень красивый ремень можно не только удлиненную, да, какую-то футболку. Вот под эти брюки, посмотри, как они обалденно сидят. Во-первых, они удобные, это честные. Есть джинсы разные, какие-то полицы, а эти мягкие, они удобные. А во-вторых, они очень, посмотри, какие нарядные. Я давно вот, ну как, скучала по вот нормальным джинсам, которые... Чем-то вот с какой-то изюминкой. Здесь изюминка и ремень классный, и вот такие вот блестки. Плюс посмотри, как они обалденно, да, сочетаются, да, с вот этой вот обувью с босоножками. То есть, казалось бы, обычные джинсы могут сделать вас просто пушкой нарядной. Красота. В общем, друзья, вы, по-моему, уже знаете, как найти Вику, но если что, я даже оставлю ссылочку на ее канал, где она вообще каждый день освещает. У нее будет новый завоз, подвоз. То есть я-то, конечно, уеду, но... Вы можете подписаться на ее канал прямо сейчас, и если планируете как раз-таки ехать в Анапу, то Вика будет вам выкладывать, освещать более свежие тенденции. Ну, а я, в свою очередь, постараюсь, конечно, успеть к Вике забежать еще, потому что завоз уже скоро, я надеюсь, мы успеем. Всем спасибо, подписывайтесь, и до новых встреч!